где-то она еще не заканчивалась. А мы потихоньку просыпаемся, короче. Сейчас будем стартер, карбюратор чинить. Посмотрим, что из этого получится. Тут еще есть таких. Скуверно, еще к нам подъехали. Сможем? Нет. Мы не вытащим, мне защиту надо снять. Что защиту снять, это вообще экспедиция. На похуй. Ложится она? Ложится она. Никуда ты не поедешь? Его кто-то тоже на дорогу положил. В общем, накрылся стартер. Или обложился. Не пугайтесь там. Можем посмотреть? Сейчас приехали. Посмотри. Нет, это тот смысл. Бабочка в моем животе. Одной щетки нет, по-моему, нет? Я с собой взяла жилетку. Блин, куда пихать? Две теплые комнаты. А шорты нет? Друзья, мы на Жерфесте. Сегодня основной день соревнований. Тут задуют колеса до 0,5 примерно, ребята. Сейчас мы с вами пойдем в техзону, где идет допуск автомобиля в закрытый парк, скажем так. В общем, избыток, количество автомобилей на квадратный метр превышает даже Москву. Также есть мотоциклисты. Проще прочих. В большинстве преобладают L200, УАЗы, очень мало НИФ. Что, готов? Готов. Труды в обороне. Это не то слово, вон, видишь? Сиськотряс. Сиськотряс. Что там с остатком? Чего? Что с остатком? А? Как по времени? Скажи. Ты там просто подходишь, берешь табличку, да? Я участвую. Да? Не надо. Пойду. Пойду возьму. Ситуация следующая. Приехали ребята с озер, привезли стартер, он не работает. Съездили в магазин, купили новый втягивающий. Сейчас устанавливаем стартер, мы еще успеваем в GPS-ориентирование. А там как будет. Там дадут плюс 4 часа. В общем, сейчас все делаем и мчим. Друзья, мы запустили Ниву. Сейчас аварийно чистим карбюратор вот таким херней. И, короче, все, мчим на старт. Так, друзья, идем к первой точке. Все наготове. У нас 4 часа. На 21 точку. 4 часа на 21 точку. Стараемся взять. Между деревьев. Ура! Задом! Давай, давай, давай! Хорош! Во, во, во! Видать? Все, знаешь, ветки вот эти. Все! Все, ну. Сломай твою ногу, вот тут прям по корню. Во, во, заебись. Видно? Да. Смотри, руку чуть не поправил. Ух ты, блин, ёпта. Видно? Есть?
Все, поехали. Да ладно, у меня все. Давай, 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 толкаем. Давай еще. Давай, давай. Давай. Все, все. Пятое, вот он. Перед он тоже заезжай. Да, я выйду, дверь открою. Посмотри сначала, где она, потом догоняй. Давай. Ух, ёлки-палки. Да-да-да. Ёлки-палки. Да-да-да. А где она есть? Да. Ёлки-палки. Так, а номер у нас где висит? Номер у нас на задней двери. Офигеть, да вот это с номером фигня вообще. Да, надо было клеить его прямо на лобовое стекло. И назад. Или назад. Сейчас, куда мне лучше? Давай, чего? Так, Олег, сломай вот эту веточку. Саш, где у нас номер? Слева. У нас на правой двери номер, да? Да. Сука. Ну давай жопой. Только вот... Если я открою дверь вот так вот, ногу, то встанет и фотка, видно номер? Зеркал свой закрой. Влево. Ехай, давай, влево. Влево руль, ехай. Ехай, ехай. Ехай, ехай, ехай. Давай, 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 вправо. Давай, вправо. Давай, 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 давай. Давай, 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 еще вправо. Вправо. Давай, не спеши. Давай еще. Стоп. Взял ракурс? Эту видно? Эту не видно. Видно. Эту видно? Еще назад чуть-чуть. Саш, чуть-чуть назад. Давай, 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 давай. Все. Ну. Видно? Отсвечивает? Я фотографирую. Дай посмотрю. Не, муж, что я говорил? 18. Видно. Поехал. Да, поехал. Руль чуть левее давай, поехал. Левее, Саша. Давай, огонь. Лучший дворник. Бревно. Сто двадцать метров. Сань, давай за ним крикни, чтоб ехал. Так, он будет назад сдавать. Оп, прошу. Сань, сюда, отойди. Вот сюда заезжай. Сюда заезжай. От этого, отогните ему дерево. Вот точка, где на дереве. Стой, стой. Давай, давай. Левее. Все, отлично. Какая дверь? Это, нет, Сань, давай чуть назад и вправо. Отсюда фотографируй спереди. Сейчас дверь откроем. Все, стоп. Руль влево. Руль влево. А, ваш-то это? А где он у вас? А. Фига вы наклеили.
садитесь. Саш, что у нас по машине? Стой! Давай. Че, поедем так? Да мы не уедем здесь, ты че? Ну, давай поехали прям. Макс, иди, твою мать, сам кушай, блядь. Вправо руль! Вправо! Вправо, давай! Где право у тебя? Вправо, блядь, или придурочный! Смотри, ебал ты, блядь! Руль вправо выкрути и просто скатись, не заводись! Здоровый набой! Он вообще хуя не слушает. Давай, ровно, все. Ровно, блядь. Ровно, давай. Все, давай, давай, блядь. Давай, еще, еще. Стоп. Видно? Ребят, вы что, не стоит, ребят? Давай. Лёш, встань, свет загороди, солнце. Вот тут, да. Вот. Да? Все, выезжайся. Хорош, все, хорош. Сейчас дверь откроем, иди тебе. Че? А, или оттуда даст вот. Вот оттуда. Давай, давай, вперед проезжай. Не, стой, Ан. Все, хорош. Есть? Выезжай назад. Только рулем не крути, просто своих. Давай еще. Стоп, давай толкнем. Давай. Давай толкнем, подожди. Давай. Стой там, заебна вообще. А? Давай. Давай, давай. А чё колесо? А, не, нормально. Хорош. Нормально, давай, зайдешь. Красава, да? Да не ухля вообще. Эй, тебе надо это. Давай, давай. Давай. Хорош. Все, да. Да, вообще. Вот, Саш, вот это хорошо. Да. Эй, вы чё руки моете, охуй? Это шлею.
Стой. Че, флешку надо, да? Сама. Там дошли, еле успели. Посмотрим, а то мы насмотрим. У нас время еще было полно, ты че? Все правильно. Макс, мне хоть осталось 15 минут. Там 42-я какая-то, 41-го, все стерты были. Да, кстати. Да. Мы их путаем еще с этим, как его. Самая крутая это в Бороду была, конечно. Здесь 44-й, что прикольно. Вот для такой машины самый такой баланс идеальный. А 68-я там, я не знаю, смысл туда ехать как-то. 18. Стандартный. Нет. Ну да нафиг надо. А что, первый раз едем вообще? И как? Нормально. Мы точно еще не взяли все. У нас процентов 40 машин со сломанными. А все, как мертвые. Мы нормально, да. Тогда все соберет, на крючку не открутились. Мы нормально все прогрузили. В общем, что мы сами? Отгонялись? Да, отгонялись, не взяли там точек 5 или 6, на самом деле. Ну просто жесткий. Колеса у нас очень маленькие. Ну, штатный размер, поехали в классе до 31-х МТ-шек. Ну, очень такие жесткие, большие колеса. Просто нам в этом классе, по идее, делать нечего было. Но, тем не менее, мы там проехали, там забрали почти все точки. Мы рады, спокойно. Поругались, помирились. В общем, да. Рабочие моменты все эти. Крутая тема, на самом деле. Сам удовольствие, когда ты просто едешь, берешь, доезжаешь. Очень здорово. Это же фест, тут вообще капец. Огромный лагерь, вот видите. Сейчас вам покажем джип-качели. Нужно поймать в этих качелях баланс. Кто поймает его на 3 секунды, да? Да. Тому подарок будет. Но уже не будет, это первый список, кто поймал. Да. С утра. Вот сейчас вот хотя бы. Ну да, ребята нас сюда потащили. Это не они. Сейчас он соскочит, короче, смотри сами.
так, короче, друзья, проходит здесь джип-качели, енот-вездеход из Егорьевска. Пацан провисел, ну, там АТ Макс, да, АТ Макс, да, какой-то бейсболку там дали. Который мы вчера выиграли. Сейчас мы идем на гонку этих капитанов, да, как это? А, слушай, сейчас гонка клубов должна быть. Гонка клубов сейчас будет. Подожди, она же была 6, ну да, сейчас должна быть. Сейчас будет гонка клубов. Алфавит бездорожья Данил представляет, шмак на УАЗе таблетки. Вот, потом я вижу уже крузак 70-й, тоже в нашем лагере там стоит. А так пока, ну, в основном вот такие машинки, максимально переделанные. Здесь скапливаются зрители уже. Сейчас мы вам все покажем, все расскажем, как будет. В общем, Jeep Fest круто проходит. Он даже звучит круто. Jeep Fest. Да? Ну, мы идем на свои позиции, занимать козырные какие-то, чтобы все было огонь. Этот обрезали. Пацаны, сзади, подъезжать! Там машинка тоже ТР-1 уйдет. Да вот она и выходит. Она ж не поехала по трассе. Он кругом пойдет. А, он здесь не пройдет.